Вот он, давай. Мы его сможем убить. Я вижу, я буду... Ты зараза, стоять! Ай, куёка, ну я же свой! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Куёка, Гусанёк, Форум, Думгай, Хелтфан, Пика, Зебра, пацаны, поздоровайтесь! Привет! Здрасте! Всем привет! Всем привет! Ребята, мы скачали просто гигантскую карту, и на этой карте мы будем записывать прятки. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, пацаны, надеюсь, вы заныкались в классной нычке, и я не найду вас первого. Ну а то, кого я найду первого, тоже берет аниматроника и ищет других. Карта, кстати, очень гигантская. Не знаю, конечно, как я здесь буду искать. Выбрал ее и сам. Как говорится, сам себе нашкодничал. Но ничего, давайте будем сразу пытаться заходить в какие-то здания. Вижу, там крячка бегает. Крячка бегает, да, и готова всех мочить. Самое главное, кто первый умрет, тот лох. Он уже дома нашел. Не забывай. Привет. Куёко. Привет, лох. Ой, привет, Куёко. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, и кто хочет с нами записать, заходите на наш Дискорд. Ссылочка где, пацаны? В описании! Куёка, нычка, конечно, у тебя была довольно-таки неплохая. Ой, я Куёка нашёл. Ну, да, мы продвигаемся. Теперь у нас уже два аниматроника, и будет в два раза легче мне искать. Так, Куёка, давай будем вместе искать, ты где? Господи, кто? Где ты меня нашел? Так, ты с того же места, да, начинаешь? Я боюсь... Так, идем вместе. Сейчас, я к тебе выйду. Так, а где ты, Сзади, Дима. Так, ну что, крячка, привет, сеструха, братушонок. Погнали, давай, показывай, куда будем идти. Давай ты будешь помогать мне искать. Пошли сюда. Пошли в жопу, сейчас одну подскажет. Эй, я застрял. Эй, что такое, по сетке можно лазить, я не знал этого. Ты думаешь, кто-то тут есть? Никого нету? Нет. Никого нет. Хорошо. Можно. Да, круто сделано. Получается, по всем сеткам, смотри, можно лазить. Да, 4. Звук ступени как-то так сделано, да? У тебя тоже звук такой лестницы? Да, да, да. Так, продвигаемся вглубь карт. Я думаю, что кто-то здесь еще заныкался. А я видел, как мы бегали паровозиком. А, ну все. Какой-то, это не паровозик. По полям. По полям. Тяня крячка едет к нам. Ребята, кто знает эту песню, ставьте плюсик в комментариях. Посмотрим, сколько нас. Так, а вы где находитесь? Если вы хотите, чтобы мы записали еще больше карту, взяли и сняли там прятки, ставьте 3000 лайков. И мы запишем просто на гигантской карте. Ставьте прятки сделать на Биг Сити. Это вообще какое-то читерство будет. Так, я думаю, что по-любому здесь кто-то есть. Давай проверим, все. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть там кто-то? Посмотри. Так, так, подожди. Ну, если что, пацаны, можете убегать. Я вижу. Так, иди, короче, иди, я его тут буду мочить. Я сейчас попробую. Эй, зараза, мочи его! Беги за ним! Эй, ты, челепиздрик! Да смотри, что делает! Сейчас, я его подловлю. Ой, Куёка, извини! Сейчас. Форум, беги, не останавливайся. Форум, это ты? Да. Зараза! Так, где он? Я видел, сюда побежал. Вот он. Я его преследую. Так, ты будешь сейчас аниматроником. Так, давайте прицел сделаем подальше и красиво его замочим. Нет, не получается. Форум, беги. Где он? Я его потерял. Форум, хорош. Я понял. Переиграно? Я знаю, раз тут лестница, он наверху. Наверху... Ты случайно не флеш? Мне только 30. Куёка, мы потеряли его. Дима, он как бы давно уже убежал. Ну ничего, на... Вот он тут был. Вот он. Эй, стоять, я тебе говорю. Нет. Ну, где... Вот он. Давай. Мы его сможем убить. Я вижу, я буду... Ты зараза, стоять! Ай, Куёка, ну я же свой! Так, ребята, начинается веселье. То, что вы больше всего любите. Ого, я телепортировался. Фиг знает, где я.
Ты не убил еще его? Нет. Стол не мешай. Ворон, иди сюда. Шок, две курицы. Убил. Есть. Куёка, молодец, ты красавчик, ребята. Сразу, видно, поставили лайкосик, поэтому мы его замочили. Так, ну что, теперь нас уже трое. Так, Куёка, давай дальше, ты хорошо ищешь. Да. Показывай, куда будем мы идти. Зрение на этот домик. Давай, заходим. Мы за мной, мы в этом уже были, Дима. Мы в этом домике были, да? А ты хорошо здесь все обыскал? Да, я там уже очень хорошо обыскал. Так, продолжаем. Под невидимкой можно? О, ты видел, там белая штука была? Мы все-таки смогли зайти. Это я, знаете, почему так? Потому что карта только вышла сегодня. Так, то туалеты поломанные. Блин. Так, никого, никого. Ну ты не какал? Ты писал? Есть! Форум молодец! Красавчик! Так, а в воде ты искал? Тут в воде никого нет. Не прыгай! Вылезти не сможешь. Смотри. Так, ну по факту... А ну давай, а ну. Фокусы. Цыганский фокус. А он не телепортируется. Да. О, ну все. Ну немножко подлетел, ну чисто для выхода. Так, а кто телепортирует? Дверь открывается? Так, да, никого, да. никого. Нас уже 4, да, получается? Да. Так, давайте, кого мы последнего найдем, тут, получается, будет лучший игрок по пряткам. Да. После меня. Ладно, ладно. О, побежали лучше? Давай, мне... Ого, здесь здание запутано. Мы вообще тут кого-то найдем? Не знаю. Так, продвигаемся. Блин, круто, круто играть в прятки, мне очень нравится эта рубрика. Тем более мы ее давно не записывали. Наверное, недельки 2 или 3 прошло, может даже месяц прошло. Нашел! Есть, зебра, красавелла. Еще 3 осталось, по-моему. Еще 3, да? Где вы? Ой, да. Подожди, 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 может тут кто-то? Да. Ого! Здесь сколько всего в этой карте запутанной. Представьте, там заныкаться. Была бы классная нычка вообще. Короче, нычек здесь хватает. Очень много классных нычек. А ну здесь? Так, никого. Так, телепортироваться мы не можем за них. Да. Хорошо, да, хорошо. Да. В принципе, это честно. Я уже хотел на крышу карты зателепортироваться. Да я тоже. Так, это ладно, я, там я, никого я... нету. Давайте выходить с этого здания. Все обыскали, вроде бы все обыскали. А может и нет. А кто остался? Перекличка давайте. А ну-ка давайте, переключейшн. Я. Я это кто? Я. Жопа бугая. Халфа, Думгай и Гусанёк. Да. 3 человека. 3 человека. Ну что, я надеюсь, Гусанёк как всегда у нас выиграет или нет? Как вы думаете? Надеюсь. Я специально только его буду за жопу кусать. За жопу кусать? Да. Ты жопокусальщик. Так, давайте вообще тогда бежим в другую часть карты. Ребята, помогите. Да мы вообще на самом спавне. А может вот там кто? А, у нас же режим полета не был включен, поэтому, в принципе, высоко заныкаться было бы очень сложно. Тихо-тихо. Ящик. Мам, не забывай, что наверху парковки есть батут. Да, на нем можно прыгать? Да. Там на всех. А, я понял. Значит что, нам будет немножко тяжелее, да? Ну, может. О, подземная парковка. Там был кто-то или нет? Нет, там закрыто. Пусто, пусто. Я знал, я просто проверял. Знаете вы или нет? Не, не пались, Думгай. Не летай возле себя. Не летаю. А как же нам туда попасть? А как попасть? Слушай, а вот тут вообще хорошая нычка. Не, ну было бы сильно это как-то легко найти. Я читер. А что, человек-молекула? А может они на самом верху? Не, мы в самом низу. Вообще, в туалете. В туалете? Да нет, значит, по-любому не в туалете. По-любому нет. Мы в туалете нормально. Они блефуют, поэтому Дима не верит. Вы блефуете, да. Нет, мы не блефуем. Мы всегда. Ну что? Ребята, найдем, мы же психи. Так, где? Так, или это свой? Йока, ты псих или что? Реально псих. Психокидс. Я бегу через всю карту. Мне кажется, может кто-то в этом здании. Хорошая идея, так мы немножечко вылетим. Во-во-во-во-во. Я правильно иду. Батут, нашел батут. А как же на него прыгнуть? А ну стойте. Там никого нет. Офигеть. Да, прикольно. А что? А как? Я же все равно не могу ничего сделать. Че, нашли кого-то, да? Нет. Ой. Куёка, я нашел батут, только я не могу никак на него прыгать. Там, ну, там да. Где нашел батут?
Внутри дома. О, тут мой чайник. Во, прыгаем, прыгаем. Так, сейчас я буду отсюда чекать. Да, ну давай. Внутри дома твоего. Так, ищем. Ой, газовое балло. Так, 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 никого. Четко приземляюсь. Блин, да реально тут можно теперь было по крышам куда угодно уйти. Реально. А как? А как? Я примерно знаю, вот один так. Человек. Да вы читеры, а как нам туда попасть теперь? Хорошо. Они наверху 100%, Куёк, они на крышах. Нет, так, мы в контейнерах сидим. В контейнерах сидите? А контейнеры на это прикреплены на сбоку дома. О, пика нашли. Нет, нет, я на радостях. Может, в деревьях кто-то сидит? Нет, в деревьях никого. Блин, а как же вас найти? Вы очень сильно заныкались хорошо. Давайте зайдем. Просто человека проще. Во. Во, вот тут кто-то. Я нашел здание, где я уже был. Вот говно. Здорово. А ну сейчас подождите, подождите. Мы все-таки здесь еще поищем. Может, мы не везде обыскали. А тут миллиард комнат, где можно заныкаться. О, Куё. А, блин, да вы за... Так, в диване никого нету. Стол можно убить? Стол поломали, как всегда, крушители столов. Блин, а, это очень сложно. Карта-то дебелая. Так, здесь мы уже были, да, в туалетах? Давайте еще раз проверим. Он на крыше. А это не те туалеты. На каком? Подожди, стой. А те. Мунгай, каково на крыше сидеть? А он на крыше? Да. Я не знаю вообще, я потерялся, кажется. А, ну хорошая отмазка. Нехорошая. Так, пацаны, где вы? О, я вижу, вижу кентафурика своего. О. Куёка, ну что? Идем, я тебе покажу, где можно к ним телепортироваться, Вер. Только я не знаю, как это сделать. Пошли. Ты идешь? Да-да-да, иду-иду. Смотри, вот как сюда залезть? Вот, блин, чуть зебру не убил. Видишь, не получается. А смотри, когда я на них прыгаю. Смотри, как я высоко могу прыгать. Тихо-тихо-тихо, кого-то увидел. Да, а, блин, показалось, никого там нету. Там за столбом сидит. За столбом сидит? Да, там за столбом сидит. А, блин, не вижу. Эй, а как вам попасть? А если я буду так вперед нажимать? Блин, а как вы это сделали? Ну это легально. Я видел, как он забирался, это легально. Это легально было, да? Да, сам своими глазами видел. Ах ты нелегальный летчик. А где он, Мы все равно мы будем считать, что Дунгай нелегальный. А ладно, режим полета отключенный. По-другому уж никак. Нет. Да блин, а как нам их убить теперь? Это прям вообще жестко, ребята. Ребята, можете спрыгнуть, пожалуйста? Нет, не надо. Мы должны догадаться, как это сделать. Я убил Гусанька. Типа, Гусанька убили. Гусанек умер, да. Отлично. Но сейчас мы знаете, кого возьмем? Мы сейчас возьмем с другого пака, которые могут телепортироваться. Дима, не надо. Это читерские будут? Да, честно. Слушай, Дим, стой. Назад, я Гусанька на крыше убил. Где ты? На это, господи. О, привет! А как ты туда забрался? А ты посмотри, где. А, батут. Уно. Куёка, посмотри назад. Блин, у нас уже такая толпа, мы ничего не можем сделать. Пошли, покажу. Пошли. Не, я понял, как там батут стоит. Да. С помощью батута можно забираться высоко. Только, видишь, нам никак не забраться на те крыши, где они там сидят. Вот тут, короче, вот так вот. Так. Это все прикольно. Да. А давайте тут посмотрим. Мы тут ходили? Думга, ты еще живой? Ну, лавочки можно? Да. О, я лавочки уничтожу все. Я еще живой. Так, ну что, вас двое или еще один прячется? Двое. Так, интересно, кто же из вас будет лучший? Блин, битва титанов. Я думал, эти аниматроники только вблизи бьют, а нет, на расстоянии. На расстоянии бьют, конечно, да. А ты что хотел? Так, забор не могу уничтожить. Было бы прикольно. Так, теперь нам надо как-то забираться наверх. А как это сделать? Ой, меня электрик. Не знаю. Не, надо брать других аниматроников, мы их не сможем убить. Финал Найт Спилпак. Давайте с этих будем брать. Они не прыгают, но они зато телепортируются. Я телепортировался на крыше, пацаны. Ну что? О. И стой, иди сюда.
Блин, он там! У пацанов внизу! Он внизу, да! Так, ну что, гусарек, ты последний остался? Нет, Элфан. Элфан, молодец! Ты лучший у нас сегодня игрок. Но мы тебя должны найти. Не повезло. Мы тебя должны найти. Так, а может он не на крышах вообще? Мы зря ищем. Я когда прятался, его на крышах видел. Все, ищем, пацаны, телепортируемся все на крыше. Я видел его, походу. Так, давайте видим по красоте. R английская. Так, здесь он сидел. Телефон уничтожить не могу. Ничего, ничего, найдем, пацаны. Раз уже мы можем телепортироваться, мы его найдем. Люди, какой пилпак брать? Блин, классно, что можно по крышам бегать. Не найдет. Найдем. Нет. Давайте, если мы его не найдем в течение там 3 минут, то он будет победителем. Согласны? Да. Согласна. А если убьем, то мы будем победители. Ну, он и так уже хороший игрок. Он уже, в принципе, на сегодняшний день, на сегодняшний ролик, он один из лучших. Ох, давайте туда тпхаемся. Ой, промахнулся чуть-чуть. Я бы мог бы выиграть, но я, короче, за этим столбом прятался, а потом перепрятался на другую крышу. Так, летим, летим. Я догадываюсь, где он. Он в контейнере, там, наверное, сидит где-то. Да, неправильно. Возле меня. О, а нет, никого нет. Блин, я так обрадовался, что он там. Давайте мы туда тпхнемся, где-то вот так. Но вот он играет за покемона. А, он за маленького челепиздрика играет? Ну, за розу вот такого. Ага, типа понял. Кота. Понял. Летим. Так, красиво, приземляемся на крышу. Поньк. Так, ну что, где-то он здесь. А где? А где? А давайте сюда тпхнемся. Так, ну что, минуту он уже, наверное, продержался, да? Или полминуты прошло? Это мы не знаем, давайте не будем считать. Так, ну потому что мы должны выиграть, по-любому. Так, правильно, ищи там, я тоже там хотел поискать. Никого, да, стоп, нет? Стоп. Щупальцами щупаю. А кто это летает? Никого не нащупал. Так, а давайте сюда, ты поехался. А, я бы, Костя, я нашел этот, его голову. Да, я нашел тоже, я видел его голову. Он уже он там в контейнере сидит? Он, походу, спалился. Было бы классно, если там бы в контейнере заныкался. Так. Слышь, ты хорошо запрятался. Да. Как нам найти его? Никак, сдавайтесь. Да нет, может подсказку дашь? Не, не надо подсказку, не надо, мы тебя и так найдем. Будем со всей силы стараться. Mm-hmm. Ты можешь дать подсказку, ты на крыше или в помещении? Не угадал вообще ничего. И не на крыше, и не в помещении, улице. На улице просто. А ты вообще сейчас на сервере? Хороший вопрос, мне нравится. Может он где-то на балконах шкерится? А ну на балконах полындой, может он на... реально где-то тут сидит. Ну должны же найти, ну по-любому, да, пацаны? Да. Ну давайте ищем. Так хочется его найти сильно. Я не ожидал, что здесь так можно прям сильно заныкаться. Знаете, карта вроде и простая, да, она большая, но она простая. Блин, думал то, что это не он. Там-то не он. Не он. Не он, не он, Ович. Нет, типа не он, типа он сам. Ага, понял. Так, может он где-то здесь? Блин. Хорошо, дашь подсказку одну? Снова здесь спавнен где-то. Дай подсказку, нет. Реально. Ты уже победил, все уже, давай мы тебя найдем. Просто найдем и узнаем, где ты прятался. Так, тихо-тихо, может он тут где-то? Ну ты победил так же, Дима. Ура! Может он тут где-то? Так не, ну реально, дай подсказку. Ну, хорошо, ща. Где ты? Ща подумаю только. Да. А ты постреляй с пистолета или с СМГ постреляй. Да, вверх. Ну-ка, слушаем. Подожди, я его, кажется, видел. Или нет? Так. Я его нашел. Он прям возле меня где-то тут. Так. Я нашел его. Я понял, он где-то вот здесь, вот по звуку вот здесь он. Так, ну что? Мы сейчас тебя найдем. Подсказка, а конечно же. Постреляй еще раз. Во-во-во-во-во! Вот он в этом здании. Так, мы как жидкий металл просочимся. Ну что, вот здесь он сидит. Я уже понял, что в этом здании он. Только где? Ах ты, вонючка! Ты как это делаешь? Ну блин, хорошо играешь. Ну реально хорошо. Вообще, чё? Я его нашел! Где он? Подсказку. Где? Он возле вот. Он возле вот. Я видел. Я троих убил. Ты убил. Ну что, победитель у нас есть.
Красавчик, ты молодец. Сегодня ты у нас победитель. Один из лучших. Огромное. Молодец, я думаю, наш тебя подсказ... Ты вообще сливался со стен. Эй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Арара, Гусанёк, Хелтфан, Куёко, Шоколадный Стёпа, Пингвинус, Шрек. Пацаны, скажите классные слова. Привет! Всем привет! Всем привет! Добрый день! Ребята, давно у нас не было пряток, поэтому мы скачали новейшую карту. Это гидроэлектростанция. И пацаны уже все запрятались, и мы будем веселиться и угорать. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, пацаны, кого первую найду, кто у нас будет? Красавчик. Я. Нет, нет, тогда ты вы сейчас первый начнете сливаться все. Красивый лох. Вот. Так, а тут двери не открываются, да? Ничего такого нету. Да. Но они на ней открываются вроде. Так, то банку мне там залетел в живот. Осторожно. О, двери еще открываются. Да, ой-ой-ой, здесь сколько нычек. Сейчас мне предстоит не очень-то и легко. Так, будьте внимательны. Чувствую запах говна. Ой, Куёка, ты где здесь? Ребята, настроение отлично. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы выпускаем ролики каждый день. Либо можете с нами зайти записать. Заходите в наш Discord. Интересно, тут можно нажимать какие-то взаимодействия с карты? Есть кнопки? Ну, только, наверное, двери и все. Понял. Так, двери, открывайся. Так, будьте внимательны. Я такой важный хожу, деловой. Пацаны, вы маленькие, да, скины взяли себе все? О, вижу, вижу, вижу челепиздрика гнома. Ну что, гномик? А что гномик? Он улетит. Эй, как это? Он убежал. Ты чего? Я теперь наигран. Эй, блин, вы жопы. Как мне вас убить? А если вы будете убегать постоянно? Ну, такие правила. О, дверь открылась. Как скачать? Ну что, пацаны, я стал невидимый. Мы тебя все равно видим. Вы меня видите? Да. А каким образом ты меня видишь? По шкале здоровья, которая над тобой. Да? Да. Блин, ребята, надо было этот мод удалить мне. Вот говно, блин, я же забыл. У меня, кстати, этот мод отключен. Я его что-то отключаю постоянно. А эта карта не на прохождение. Смотрите, тут ружье лежит, аптечка лежит. Может, так зомби-режим какой-то здесь можно записывать? Ну, кстати, возможно, да. Да, кстати, я думаю, что разработчик бы просто так не добавлял бы эту штуку все. Так, блин, я вернулся назад. Ах, блин, а? О, во, ребята, 100% я уверен, что здесь кто-то прячется. Кажется, кажется. Нет. Ха-ха-ха, Гусанёк есть. Ну, хорошая. Хорошая, да? Тактика. Номик. Тактика крысы. Так, ну что, нас уже двое. Сейчас будет намного легче искать всех. Так, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. По-любому кто-то где-то ныкается здесь. Еще можно по шагам узнавать. А, да, да, кстати, слышь-то мои шаги. Вот мне кажется, что кто-то здесь сидит на балках. Чик. Или мне кажется. Километр слышно. Едем, тебе кажется. О, лифт! Давайте на лифте. Кстати, в лифте пистолет лежит. А как ехать здесь в нем? О, я еду. А он не едет. Ой-ой, Дим. Он не едет? Все, пути. Он не едет, я проверял. Вот, блин, точно, он не едет. О, аниматроник пришел, стань видимым. О, привет, кентафурик, давай вместе искать. Пошли. Давай, показывай, куда идти. Может, все-таки ты же знаешь, где они заныкались, будет нам легче. Так, там я уже убил. А, нет, там никого не было. Убил. Под машиной. Под машиной ты валялся. Ой, сидел. Лифт не работает, а чисто для прикола. Ну, карта очень продуманная. Кстати, хочу сказать, что эта карта вышла сегодня. Как говорится, записываем свежий отчет. Ну, горяченькая. Как хлеб. Да, горяченькая карта. Видишь, аптечки лежат, да, везде по всей карте разбросаны. Так, давай все-таки здесь искать. Может, кто-то тут заныкался? Тут же много локаций. Как попасть на другую локацию? Что-то я не въезжаю. А ты где? Я невидимый. А, ты невидимый, понял. Ну, я потеряю тебя просто. А ну, давай сюда попробуем пройти. О, сюда можно идти. О, здесь кто-то спрятался. Ты видишь его?
Нет? Так оно здесь? У меня или такая закрыто? Тупая нычка. Ого, компьютеры взрываются, нифига себе. Дома нашел. Мочи его. Попасть бы еще по этой. А где он, где он? Вижу, 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 стань невидимый, стань невидимый. Давай вместе опять будем его гасить. Есть! Есть. Ну что, Шрек? Кстати, Шрек — это новенький игрок. Шрек, как ты зашел записать, расскажи. Зашел в Дискорд. Так. И вышел с Дискорда. Я был правилом. Все. О, видишь, красавчик. Это Гаррис мод. Так, а ты где? Дима, привет. Почему мы столько гномов взяли? Теперь... Я гномов против пары аниматроников. Ой, нас уже трое, мы психи, мы вас всех найдем. А? Куёка! Да. Я тебя вижу. Конечно, 48 раз. Блин, ну ты наверное сильно, да, заныкался? Дима, да я с тобой летаю, в смысле ты меня видишь? Домик! Ой, моментальная смерть. Ой, подожди, я своего убил. Да, Дим, ты меня... Эй, гномик! Ну гномик, ну пингвинус! Все, короче, сегодня взяли у нас гномика, потому что это реально крутой скин. Кстати, знаете, что надо будет еще для пряток добавить еще меньше скины есть? Я бочек. А бочки можно повзрывать? Блин, бочки было бы классно взрывать. Так вот здесь, знаете, шум такой, все гудит. Так, ну что, нас, получается, уже четверо, и ищем мы четверых. Уже? Ну да, видишь, как все развивается быстро. Ой-ой-ой. Блин, ну тут же есть еще одна локация, не знаю, как до нее добраться. Привет, Арара. Дима, я Куёко нашел. Реально? Где Куёко? Слушай, давай я тебе помогу, давай я проведу, получается, до этого. Дай хлеба, вот дай хлеба. Хлеба, хорошо, окей. Дверь закрыта. А, блин, я вот это хожу-хожу и понимаю, что где-то я еще не был. А, вот, вот тут, а? Не-не-не, я нашел, сейчас дам. У меня есть, смотри, арбуз, кактус, выпивка, вот как тут все. Давай, давай арбуз. О, арбуз, вообще, видишь? Хороший, да, красивый. Куёко! Отлично! Так, ну что, ребята, тот, кто останется последний, будет победителем в этом ролике. Кому последнего будем искать? Я ко мне предлагала арбуз, но он оказался невкусным. И ты его за это убил. Что ж ты тухлые арбузы раздаешь моим подписчикам и своим друзьям, а? Это самый вкусный арбуз. Так, пацаны, давайте искать еще локацию. По-любому здесь еще есть. Слушайте, ну я-то знаю, мужики, где кто прячется. Подожди, подожди, у меня пока там кто-то сидел. Есть. Есть. Ну что, а еще последний один остался? Получается, шоколадка Степа. Шоколадка Степа, ты победитель в этом ролике. Так, ну что, давайте думать, где он мог заныкаться. Да, давайте. Только подсказки не давай, мы должны сами тебя найти. Давай. Ну тут уже проходили очень много раз. Да, мы уже тут прям до дыр все истерли, а найти не можем. Где-то еще одна из локаций, не знаю, как туда попасть. Давайте попробуем эту дверь открыть. Эта дверь не открывается? Нет. Может, он в машине сидит? Я там сидел. Он прям в кузове можно сидеть, кстати. Да? Да, ты не догадался? Если бы можно было, скажи, я бы туда залез, да? Или догадался? Да. Ну, наверное, нельзя. Все-таки там текстура такая, что пройти нельзя. Туда чисто такая, для красоты. У меня очень странная ручка. О, нет. Странная Шли. Или страшная? Ой. Ура! Все, нашли. Я в лифте сидел, за углом. Ну что, давайте сделаем теперь раунд номер два. Шоколадный Степа нас будет искать. Ну что, ребят, я нашел такую офигенную нычку. Смотрите. Никто меня там никогда не найдет. Никто. Ну что, спамню предмет и вселяюсь. И ты, в принципе, можешь начинать нас искать. Пацаны, вы заныкались? Ну что, ребята, 3, 2, 1. Раунд номер 2 начался. Давай, ищи нас. О, я вижу, вот аниматроник, пошел. Давайте посмотрим, насколько он умный аниматроник. Сможет выйти? Ага, смог, значит, уже умный наполовину. Настроение, ребята, отлично. Я надеюсь, прямо сейчас, кто смотрит ролик, ставьте лайкосик. Так, смотрим. Пошел. Крячка сегодня у нас в ударе. Так. Ну, я думаю, что первого, знаете, кого найдут? Куёко. Спасибо, Дим. Ну, а чё, тебе не нравится, что тебя найдут? Куёко, готовься. Куёко, готовься. Так, пошел. Псих ходит. По кругу здания ходит. Шрек, ты, если что, провалишься сквозь текстуру. Ой, так это читерски. Я люблю только так делать.
Давай. Так нельзя делать. Так, пошел, пошел, пошел. Давай, покажи, покажи, на что ты способен. Кажется, эти шкафы палим. Да? Тихо. Да? О, шкафы, говоришь, да? Да, какие шкафы? Так, пошел, пошел. Как он тебя не увидел? Ладно, я шучу, там никого не было. Привет, мужики. Я даже знаю, где все заныкались. В одной, наверное, локации, там, где куча всяких таких предметов, наверное, все там сидят. А, опять сюда пришел. Карта запутанная очень. Мне интересно, скорее реально ГЭС так и выглядит или нет? Скорее всего, нет. А не, похоже, похоже. Слушай, может забраться на кран? О, это уже читерский. А что, Дима? Вот... Так, тут, тут, наверное, в этой локации вообще никого нет. Иди, наверное, вот там, где вот машина стоит. И кран ездит, все там сидят, по любасу. Только если ты знаешь, как туда пройти. Так, наблюдаем за аниматроником. Классно наблюдать, как кто-то ищет, и у него нифига не получается. Понял, понял, Шрек. Так. Ты знаешь, да, куда идти? Повтори, повтори. Я не знаю, куда идти. Ты не знаешь, куда идти? Да. А ну вроде. Ага. Ну тогда будем смотреть, как ты тупишь. Ой, слушай. Как дерево? Чего оно не открывается? Кто за желтый проб летает? Иди сюда, лети за мной, я тебе покажу, как туда идти. Видишь, вот как этот глобус летает? Какой видишь? Глобус? Ну это я за глобус играю, видишь, вот я. Да, вот, смотри, смотри. За мной, иди за мной, я тебе покажу, как туда попасть. Дима. Мы, Дима, не помогали, не надо. Я не показываю, где ты ныкаешься, я покажу, как туда попасть. Вот, а мы не показывали, как куда и где попасть, а вот. А где он? Так он уже и пропал, его уже нету, все. Растворился. Эй, а где он? Дверь закрыта. Он, короче, где в этот... Ну ты меня палишь, а? Сейчас скажу. А, он где компьютеры? Нет, не компьютеры. Вот это нам попался вот, именно, где, искальщик. Где машина? Где машина? Где машина? А, где машина? Я лечу туда. О, кстати, это хорошее место. Вот тут все ныкаются, вот тут все ныкаются. Ты что, не видишь его? Вон они стоят. Я вижу. Так на расстоянии бей, на расстоянии. Это блин. Held fun. Один труп. Ой-ой-ой, куёка, я чуть ошибся, ты второй. Я второй. Еще гномик. Так, давай, гномика, гномика. Правой кнопкой мыши может невидимым вставать. Ой, вообще. Слышь, он сейчас быстрее, чем я, найдет всех. Один убил троих за раз. Да. Вы представляете, какой он мощный мужик? Как-то вы странно спрятались. Ну что, пацаны, я надеюсь, что я выиграю в этом ролике, вы меня не сможете убить. И найти даже. Если будете сдаваться, скажите мне. Я сдаюсь, Дима. Да, я сдаюсь. Так, а ну посмотрим, тут кто-то сидит? Никого нету, а тут? Блин, карта офигенная. Давайте тут посмотрим, может тут кто-то ныкается? О, пингвинус. А что, получается, я один остался или нет? Нет, еще Арара, нет, еще я Арара. И ты. Ага, я понял. Мне кажется, или... О, невидимый аниматроник, я слышу. Дверь открыл. Прошел сквозь меня. Hold fun, я тебя вижу. Мочи его. Нет, он аниматроник. А. Я всех не бью. Так, давайте тут почекаем, может все-таки кого-то пропустили. Не, они уже тут все облазили. Так, тут тупик, тут никого нету. Ой, я знаю это место, я тут спрятался. О, привет, Дим. А ты меня не увидел, что ты... Ой, не, я не верю, что ты меня увидел. Дим, привет. А, ты видишь меня в виде глобуса? Да. А ты где вы там? Ну-ка, рассказывайте. Да, ребята, нычка у меня шикарнейшая. Просто бомба. Так, Дима, под машиной. Ты приведи меня к тебе. Под машиной никого нету, в машине никого нету. Вот, наверное, в текстурах все-таки заныкались, как и хотели, да? Внизу, вниз побежал, телек. Ладно. Давайте, давайте, мочи. О, я вижу, скачет капхед. Так, давайте наблюдать, как его убьют. Побежал, сейчас побежал. Трибунец. Так, 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 а где он? Я же его видел здесь. А, вот он, вот он. Давай, давай, давай. Побежал, побежал. Ты промахнулся. В двери немножко не попал. Все. А нет, а вы своего убили. Своего. А где этот трибунец? Вот он прыгает. Куда ты побежал? Он в другой. А, молодец, в другую дверь забежал. Красавчик. Хорошо играешь, молодец. Спасибо, Дим. Это ты, да? Да, это я. Вижу, вижу. Так, сюда летим. Ой-ой-ой. Я потерял его. Подожди, подожди, я только что кто-то видел, тут прыгал опять.
Вот это быстрый игрок попался, такой псих. А вот он прыгает, я его видел. Молодец, хорошая нычка. Подожди, че, я ж тут кого-то... А, вот. Хорошая нычка, гусанек и арара. В одном месте ныкаются. Я не буду вас палить, я вот так в уголку с вами постою за глобус. Ой, ой. Шоколадный Степа, молодец. Ты их сам нашел или это ты увидел мой глобус? Я сам нашел. Молодец, я думал, наш тебя подсказ... Ты же вообще сливался со стенкой. Эй! Эй, я же должен был выиграть! Шоколадный Степа, а я в этом ролике победитель. Опа! Смотри, прыжочек. А! Зараза, блин, надо было не прыгать! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка, заварной кофе, гусанек, черный, арара, охотник, фуфлик, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем салам алейк. Привет, привет. Всем передаю огромнейший привет. Ребятушки, давно у нас не было рубрики прятки, мы скачали новейшую карту, эта карта называется супермаркет. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, надеюсь, вы заныкались в очень классных нычках, и мне будет очень сложно вас найти, надеюсь на это. Так, 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 давайте начнем прям с самого начала. Так, выйти нельзя. Вот это и есть вход этой карты, поэтому будем начинать прям с самого начала и ничего не пропускать. Нужно знать, здесь хитрые есть умники у нас, которые могут заныкаться сзади меня. Бонька, Бонька ходит. Ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то веселое, классное, интересное. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Совершенно верно. Я думаю, кто же добавит эту класснеющую фразу, где находится наш Дискорд? Я хотел. Так, так, так. Бонька, Бонька. Я вижу, тут кто-то заныкался. Я же его глаза вижу. Выходи! Как тебя убить? А как убить его? Дима, ты где вообще? Я не могу его убить. Он залетел. Это залет? А, стойте, режим полета давайте отключу. Так. Слышь, ты, залетчик! А как тебя убить? Выходи! А это разве законно? Это незаконно. Эй, ты видишь, да, кто за банку летает? Видите, сидит челик? Да, я вижу. А как же его убить? Хорошо, ребята, хорошо, показываем, как это можно сделать. Сейчас, сейчас мы все сделаем по красоте. Так. Я никого не буду убивать, не переживайте. Я не могу его схватить? Нет. Хорошо. Взорви его. Совершенно верно. Живой? Эй! Находчик! А, хорошо, пацаны. Есть у меня другой метод, как его убить. Сейчас, сейчас, ребятушки. Есть у меня всегда для таких людей особенных новое классное оружие. Ну что, ты будешь сейчас в моей команде. Готовься. А ему плевать. Что? Ну все, давай, выходи. Я не могу тебя убить. Я тебя нашел. Это платная функция, нельзя туда. Ну, все, прописываю килл. Это же нашел, считается, правильно, пацаны? О, стойте, я знаю, как его убить. Я знаю, как его убить, стойте. Есть у меня одна идея. Ты не на того нарвался. Так, смотрите, ребята, у нас есть вот такие вот аниматроники. А, это не то, стойте, стойте, стойте. Во, 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 во. Вот так тебе. Так, и берем опять The Joy Creation, потому что мы только с него будем брать пилпаки. Они бьют не на расстоянии, и надо конкретно прицеливаться. Поехали дальше. Первого игрока еле-еле с трудом, но мы его смогли убить. Ну, нычка, в принципе, хорошая. Если бы ты нажимал бы контр, я бы тебя не нашел. Так как ты стоял, получилось тебя увидеть. Так, раз тут дверь открыта, давайте будем рассуждать логически. Здесь кто-то есть. Ой-ой-ой, какая карта запутанная. Еще при том, что пацаны могут убегать. Ну, это вообще будет, конечно, сложно. Главное, что у нас уже двое. Так, так, значит, тут кто-то сидит у нас. Это у нас что, кинотеатр? Здоровенный гигантский кинотеатр. Так, здесь, здесь никого нету. А карта реально крутая. Так, там еще кусок локации.
Подождите, подождите, а вот там вот кто-то может сидеть? Давайте зайдем. А, дверь открыта! Дверь открыта, значит, кто-то здесь сидит. Так, слышу, слышу. А ты где сейчас? Я тебе не скажу. А, я на карте. Да? Так, здесь. Зря вы, пацаны, подсказываете, где вы. Я вас найду и так, не переживайте. А она гигантская. Так, это на что? На паркинг подземный. Так, давайте здесь. Здесь, здесь, здесь. А я здесь могу пройти? Могу. Значит, я могу зайти сюда. Так, зайти с трудом получается, но зашел. Так, и здесь никого нету. Пацаны, вы хорошие нычки понаходили, молодцы. Так, туда уже пройти не могу. Так, погнали дальше. Так, мне кажется, вот тут кто-то сидел, потому что я слышал, кто-то монтировка бил. Так, пацаны, ну зря вы бьете, зря. Лучше бы хорошо ныкались. Вот, вот тут кто-то сидит по любасу. Я прям слышу запах этого монтировки. Так, 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 так. Здесь. Ничего страшного. А я тебя вижу, я знаю, где ты. Ага, значит, если мы тебя убьем, ты придешь сразу его и замочишь. Будешь знать, где он, да, сидит? Так, здесь. Да, я твоих вижу. Молодец. Красавелла, брателла. Ну это, конечно, была тупая нычка, хотя бы маленький скин бы взял. Ой, мы, смотри, вообще красавчики. Так, нас уже что, трое? Четверо нас. Так, чувствую, будет очень быстрые прятки у нас на этой карте, но надеюсь, что кто-то заныкался в идеальной нычке, которую прям очень сложно будет найти. Так, Гусанек, ты хорошо нашел нычку себе? Да. Надеюсь, Дима, ты покажешь сюда, вещи. Стой, смотри, Дима, иди сюда. Смотри, где охотник. Посмотри вот сюда вот наверх. Вон он бежит. На трубы посмотри. А, Гусанек, тебя уже нашли! Я думал, тебя не нашли еще. Так, 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 смотрите, что он делает. А что у нас там за крысы завелись? Охотник. Он убегает! За, все за ним! Все за ним, все за ним! Бежали, побежали! Ой, запутался вот в перилах. А где он? Где он? Тут был? Убежал, молодец! А, ну, не до конца. Так, нас уже пятеро, осталось трое. Ну, Санёк, надежда на тебя такая была, что ты прям хорошо заныкаешься? Да, блин, ну... Так, идемте на второй этаж. Мне кажется, все-таки здесь еще кто-то ныкается. Да, еще! А, это вы своего забили? Дим, смотри, где я прятался. Где? Меня здесь суслик нашел. Вот в этом темном месте. Ага, я понял. Ну, нычка такая была себе. Тут и намного ярче есть. Вот на трубах была хорошая нычка, просто надо было ему с контролом сидеть и не шевелиться вообще. Он, наверное, двигался, поэтому ты его увидел, да? Да. Так, здесь. Увидел, да. Так, а ну, подожди, автоматы работают? Я нашел, возможно, то что? Я заморгал наверх очень нашел, вот там он, наверх точно. А, точно, я же видел его тоже. Он там сидит? Там сидит. Так, смотрим, смотрим. Ой-ой-ой, да что за быстрые прятки у нас сегодня? Никого нету здесь, или же убили? Так, никого нету здесь, это очень странно. Хорошо. Так, давайте перекличку сделаем, кого еще не нашли? Меня не нашли. Арара, ну что? Кстати, он последний остался. Ну, Арара, ты, получается, уже победитель первого раунда, ты молодец. Практически победитель. Не, даже не практически, а теоретически, потому что мы тебя уже не нашли. И ты последний. Так, ну надеюсь, ты по-честному заныкался? Я вообще по-честному. Вообще очень по-честному, легально, да? Да, вы слепые просто. Нет, так не подсказывай, мы должны тебя реально найти. Так, 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 а пацаны, хорошо. Усиливаем поиски. Так... А вот там нычка была хорошая, ребята. Вот там нычка была шикарная, куда я только что заглядывал. Ну, тут, знаете, всегда находишь нычки тогда, когда уже начинаешь искать. Я аниматроника беру. Бери, бери, бери. Так, давайте, блин, по порядку идти. Арара нашел? Нашли. Ой, ты что? Так, ну что, Арара, раз тебя последнего нашли, следующий раунд ищешь ты. Пацаны, все, аннулирую карту. И ищем себе классную нычку. Я пока вместо в это время себе возьму маленький скинец. Так, ребята, у Арара плохой интернет, будет искать Леон. Арара отвалился у нас. Так, ну что, побежал. Побежал этот псих, убийца. Блин, а нычек здесь реально много классных. Так. Побежал, побежал псих. Давайте, ребята, кого найдут последнего
в этом раунде, тот будет победителем этого ролика. Арара первое место занял. Короче, у нас будет два первых места. Так вот так. Убили. Первый пошел. Ну что, это было просто, да? Да. Давайте я еще выдам... полетаем. Пока он ищет, я посмотрю, какая карта, насколько она большая. Ого. Кстати, она очень оптимизирована, что сделано вот так кусками. И здесь... А ну, подвал есть тут? Подвала нету. Да не такая уж она и большая, но здесь просто очень много приколюх. Так, вижу, вижу, бегает, бегает, побежал. Так. Еще одного нашел, фуфлик, молодчик. Так, уже их трое. И четверо ныкаются. Еще один. Молодцы, пацаны. Моя школа, хорошо искать. Так, Гусанек, тебя еще не нашли? Гусанек. А, он замутился. Нет, нет, меня не нашли еще. Меня тоже. Молодцы, пацаны. Будет у нас сейчас соревнование за первое место. Я знаю, где он. Побежал, побежал, побежал сюда. Че, пацаны, тяжело найти кого-то на этой карте? Нет, очень легко. Очень легко, понял. Опа, я думал, вы сейчас кого-то там нашли опять. Так, а я пока здесь полетаю и посмотрю, где же пацаны еще заныкались. Еще улица есть. Но на улицу выйти нельзя. Здесь-то картинка, машины даже 2D-шные, смотрите. Просто картонки. Прикольно сделано. Ну а карта очень оптимизирована, потому что сделана вот такими вот прогрузками, кусочками. Так, а я пока здесь полетаю, я помогу поискать пацанам. Только не буду говорить, где кто ныкается специально. Так, так, здесь никого нету. А здесь есть? А, я думал, тут сейф какой-то. Так, здесь никого нету. По порядочку пролетим все. Здесь тоже никого нет. Хотя вот тут тоже была хорошая нычка, но нашли бы. О, и тучка нашли. Молодец, проиграл. Так, на что, двое осталось или трое? Все, нашел еще. Еще одного нашел. Я последний, пацаны. Походу. Нашел. Черный, что ты все время туда ходишь? Что? Блин, ребята, ну что? Получается, я выиграл. Но я буду вам еще дам шанс, что вы меня нашли. Давайте, если вы не найдете меня за 3 минуты, я выиграл. Я выиграл. Или можете сдаться, когда захотите, если у вас не будет никаких шансов найти. Сразу скажу, вы меня не найдете. Но я заныкался по-честному, когда я выйду... Я вижу Диму. Как ты меня видишь? Быстро, быстро, где? Он на это, на KFC. Неправда. KFC. Где? Правда. Вот и там планктон сидит. Где KFC? Да никого нету там, ты что такое говоришь? Вон. Никого нету там, то не я был. А, там... Вон еще нычка была. Я там в прошлый раз прятался. Не он, так не он. Меня там нету, я в другом месте, сразу говорю, вы зря только увидели кого-то там. Вот это нычка у меня жирная. Блин, ну еще можно было бы и там заныкаться, но это было бы сильно палевно, если бы я там сидел. Или у там вот даже, ребята, заныкаться можно было. Люблю режим прятки, очень круто сделано, потому что пацаны меня теперь найти не могут и убить. Могут. Могут, да? Да, только мы низкие. Так, что сделать, чтобы меня убить? Сразу скажу, вы можете бить на расстоянии. Если вы прицелитесь в меня, вы меня сможете убить. Это понятно, еще прицелиться в тебя, ты там стоишь. Ну ладно, нашли меня, нашли. Только убить теперь не можете. Давай, слезай, будем за тобой гнаться. Да вы меня убьете мгновенно, если я слезу. Я честно скажу, я бы догадался, как меня убить, потому что я уже вижу. Целится! Целится в меня! Зараза! Я понял, как меня убить! Нет! Не надо, пожалуйста! Нет, не может попасть, не может. Пацаны, вот он, в принципе, тот, кто играет за Чику сейчас, он правильно делает, он может сейчас меня убить. Еще одна башка вылезла, нет! Я буду двигаться, чтобы вы не могли ко мне прицелиться никак. Я еще сел на корточки, очень тяжело, да, пацаны, прицелиться? Да, блин, выходи. Да, не, ну догадайся, есть еще один шанс, как меня убить. Ай, выше взял аниматроника, догадался, молодец. Че, не прицеливается? Смотри, опа, опа-па, опа, смотри, прыжочек, а, зараза, блин, надо было не прыгать, ну ладно, нашли меня, вот он сидел, ё-моё, боже, это офигительная нычка.
И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, форум «Шоколадный Степа», FM Zoom, Арара, Васаби, Гусанек, Суслик Переросток, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем передаю привет. Да, всем привет. Ребята, мы скачали просто гигантскую карту, это City Roblox. Она вышла сегодня и решили на ней записать офигительную рубрику «Аниматроники». Ой, аниматроники. Аниматроники ищут нас. То есть режим прятки. Погнали. На карте прячется 7 пацанов, которые, надеюсь, нашли себе очень крутые нычки. Да, пацаны? Да. Дима, ты пошел в нычку, в которой хотел спрятаться в самом начале. Да? И я. Да. Хотел. Мы все хотели. Но... Видите, я буду по порядку просто обыскивать здания все. Мы еще так договорились с пацанами, что кого я буду находить, если есть возможность, они будут убегать. Надеюсь, это их не спасет. Кстати, это что у нас тут? Кинотеатр какой-то? Новости. Новости. Новости Роблокса. Можно стекла бить? Стекла нельзя бить. Роблоксчик. Хорошо. Дима, за тобой летает и ванна, и туалет. Это ты ванна и туалет? Да я туалет. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Нифига себе карта гигантская, я не знаю вообще, есть ли шанс хоть кого-нибудь здесь найти. Но надеюсь, я найду. Буду очень быстро бежать, хотя этот аниматроник просто реально быстрый. Здесь быстрее. О, давайте так, я сделаю одну фишку. Я отключу режим полета, чтобы пацаны не летали. Да, без проблем. Вы не без проблем. Я же просто привык, что читерят, как я. Ой, что некоторые здесь читерят. Дима, мы и так все знали. Может, не правда. Да? Что, я читер, вы знаете? Да. Мы ролик пересматриваем, сразу видео. Да какой я? Я вообще никогда не читерю. Вы шо? Да, летаешь там. Да. Никогда в жизни. Никуда. Дим, не оправдывайся. Да, они наговаривают, не ведитесь, не верьте им. Я играю сюда по-честному. Наполовину честно, вот именно. А сколько это режима, этот город, вы знаете? Да. Нет. О, дверь была открыта, значит, тут кто-то есть. Я в этой нычке тоже хотел прятаться. А дверь открыта. А ты специально двери, что ли, оставил пооткрыванные? Да. А пооткрыванные? Так, подождите, они... Сейчас бомбу найдешь, взорвешь. А где Дима, стой. Я тоже запутался. Смотри, я пилот. Так, давайте сразу будем продвигаться вглубь карты. Так, там я был. Блин, а сколько домов пропустил? Тут домов нифига себе. Ну, конечно. Дайте хоть кого-то найти. Я могу тпхаться? Тпхаться не могу. Я могу... А, я могу невидимым вставать. Нет, ну давай без невидимости. А где Дима? А реально. А, он невидимки, наверное. Дима, есть! Есть! Убил? Да. Как-то странно. Я думал, он живой. А что я живой? А, бессмертие, может, включено? Ну, все, Эй! Эй! Ты кто бессмертие включил? А, все, все. Сами, ты убежал? Да. Так, ну что, первый есть. И один сбежал. Дима, я только что там был и сбежал от тебя. Да? Да. Я с ним в одном месте стоял. Серьезно? Эй, я так люблю делать. Хорошо, хорошо. Как? Думаем, куда же он убежал? Куда он мог убежать? У него скин очень палевный. А какой у него скин был, пацаны, подскажите? Покемон, короче. Покемон желтенький вот это, да? Да. А, ну все, тебе торба. Это что тут? Все двери, все открывается. Так, а кто в девчачьем туалете запрятался? Давайте будем наблюдать. Да, конечно, никто тут. Это я. Я. А, Васаби, да. Подглядываешь, да, что ли? Ну, типа. Васаби. Так, а кто занынкался в мужском туалете? Я. Где Дима? Суслик, я здесь. Хорош. Слышь, а что в мужском туалете всего один туалет? Слушай, суслик, это реально хорош. Я убежал оттуда. Ты был суслик, тоже суслик, здесь? Да, он там был. А, вот так, значит, вы решили надо мной издеваться, как можете, да? Хорошо, да. Я запоминал ваши все скины. Ты меня еще не видел. А какой у меня скин? У тебя скин? Да жопа. Ой, я не знаю, какой твой скин. Я не знаю твой скин. Так, а тут что у нас? Кстати, даже есть баскетбольная площадка. Ой, я забыл, что еще форму ищет. Нет, я не ищу. Ола, а что ты не ищешь? Да я шучу. Эй, не шути так. Есть! Есть!
попе шерсть. Отлично, ребята. Сразу видно, что кто-то из вас поставил 2 лайка. Это возможно вообще? Конечно. С аккаунта мамы и со своего. Молодцы. Да нет, еще 4. А, это все 4? Так, нас уже трое. Кто останется последний из тех, кто прячется, тот будет победителем в этом ролике. Надо васаби найти, 100%. Нет. Да, надо васаби найти. А васаби, как вы думаете, хорошо заныкался? Вы знаете, где он? Хотя бы приблизительно. Нет, еще один. А, Гусоник уже был. Гусоник, если честно, ты меня немножко разочаровал. Я думал, ты будешь лучше прятаться. Да я хотел убежать, но... А я был невидимый, поэтому ты не убежал. Что, васаби? Нет, я видел, что ты зашел, где я прятался, и хотел убежать. Ну, я тебе не дал никакого шанса, ни одной возможности это сделать. Я бы тебе хлеба дал. Дима, это моя шутка про хлеб. Дим, я нахрена не могу достать. Так, пацаны, давайте, где уже вы искали, двери пусть будут открыты, чтобы мы уже второй раз туда не заходили. Так, я так понял, что сюда не зайти. Эй, а что двери не открываются? О, есть! Милый Марипа на баге! Ну что, васаби, ты уже не такой крутой. Получается, осталось что, четверо или трое уже ныкаются? Я сейчас всех найду. Четверо вроде. Четверо? Арара, надеюсь, ты победишь. Ты обычно хорошо прячешься и играешь. Ну, бывает. Бывает и хуже, да? Бывает. В основном ты хорошо стреляешь. Я помню, мы играли режим, где надо было стрелять, ты очень классно умеешь винтовкой пользоваться. Я метки стрелял. И вставлять ее в одно место. В карман, пацаны, вы куда подумали? Вот мне следует. Так, стоим невидимым. Тут еще, блин, везде туалеты. Сразу видно, в этом режиме любят в туалет ходить. Все сходится. Но я люблю пуки, как я какашки делать. У. Футводить. В генах, Дима, да, вложено? Как у них может быть тактика? Какая? Они могут убегать те локации, где мы уже были. Да, так ты думаешь? Так и поступила. Я его там нашел. Эй, а это же нечестно. Нет. Ладно, честно, 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 все. Лишь бы мы вас дольше всех искали. О, полицейский участок. Здесь я еще не был. А хотя дверь открыта. Там нету никого. А может уже кто-то и пришел? Они же сказали, что могут возвращаться. Нет, я только что оттуда вышел. Только что? Все, вышел. Да, а тут, наверное, тюрьма есть? А ты все прям здание обыскал или нет? Я все обыскал. Вот, давайте попробуем открыть. Не открывается, кстати. А я не могу в тюрьму попасть. А зачем тебе? Потому что ты не преступник. Не, я хотел туда попасть по решеткам, походя. Я так понимаю, что вообще туда нельзя попасть. Давайте попробуем. А, да, сюда нельзя было попадать. Зачем тебе попасть? Ну, с помощью В можно везде попадать. Так, давайте побежим туда, вот в то дальнее здание. Надеюсь, там кто-то у нас есть, и мы его замочим. Я вижу Диму, я вижу. Это ты? Ты на крыше? Нет. А, что это вонючий ящик летающий? Ящик с говном. Так, может туда на деревьях сидел? Ну, если бы на деревьях сидел, мы бы уже давным-давно увидели. Джонни, они на деревьях. Так, а в машине никто тут не тусуется? Джонни, они в деревьях. Машину нельзя. Машину нельзя, да? Да, я проверял. Так, а тут кто-то был? Так, дверь открыта. Значит, я тут был. Блин, а зданий-то очень много. О, братишка, привет! Привет, давай, веди меня. Пошли, где мы еще не были? Потому что я уже везде, в принципе, тут обыскал все. Ну, может, в каких-то домах мы и не были. О, Саня, молодец. Блин. Он под столом сидит? Арара! Нет, пусть. Ну, арара! Ну, на тебя была вся надежда. Дверь не открывается, без предела. Да, значит, нельзя в эту хату зайти. А кто еще жив? О, тут можно. Иисус, так, а ну стой там на дверях, чтобы если кто-то шоколад, выбежал. И нельзя зайти. Шоколад, и шоколад костюм. Еще трое. Двое, да, остались? Трое? Пацаны, вы молодцы. Это Макс, скорее всего. Они могут сейчас сидеть на задних двориках. О, давайте, кто останется последний, спрятавшись, я выдам роль в Дискорде какой-то классный. Какую? А какую? Не знаю, может, премиум или что-то такое там. Ого. Давай заново начнем. Нет, уже поздно. Или випку можно дам. Если випки нет, то дам випку. А если випка уже есть, то дам премиум. Дима, тут некоторые дома забиты. А если все есть? А, тогда я сниму и заново выдам. Да чего? Так, пацаны, где-то мы еще не были. У нас-то уже сколько аниматроников бегает по хате здесь. Пожарная машина. Может, в пожарной машине кто-то? А, нет, сюда нельзя залезть. Я когда летал за унитаз,
Тут так. под картой где-то есть подвал, я видел. Ты думал, что в подвале кто-то? А под каким зданием, ты не помнишь? А вот это я вот не заметил. О, тут можно в окна заглядывать, не обязательно прям заходить. Я там уже был, я проверял. В окна заглядывал, да, уже? Кстати, смотри, где один прятался. Арара, вот здесь вот. Офигенная нычка у тебя была, Арара, между двумя яйцами, я молодец. Я даже вижу Диму и Саню. Так, подожди, где-то он тут, значит, стоп. Походу, где-то здесь. Где-то он здесь. Может, он на крыше здания? Давайте смотреть внимательно на крыше. Ну, вроде нельзя было туда залезть. Так, ну что, мы все здания обыскали, никого не нашли. Или нет, мы все-таки не все обыскали. Мы тогда точно бы всех нашли. Не все. Так, в это окно нельзя заглядывать. Кухня не искала. Так, ну тут мы были. Форум, с какой вероятностью они могут сидеть в моей нычке, которую я показывал еще? Ой, я Саню вижу. Да, там никого нет, как-то уже. Какой-то дом пропустили, пацаны, по любасу. Давайте попробуем. Дверь можно удалить? О, в те дома, которые нельзя заходить, можно двери удалять. Ну, в принципе, я думаю, туда бы никто не заходил. А если так, то можно было? Был режим полета включен, может, они залетели? Не. Они так говорят, как будто они точно залетели. Да. Так что, ребята, удаляем двери, где не открываются калитки. И начинаем там все обыскивать. Я удаляю все двери. Ой-ой. Не сы, я так 100 раз сделал. А что да, один раз? Мимо меня пробежал ты, Дима, и Саня. Да? Чем да. Ты это сказал? Тогда надо было выйти, махать руками, мы бы тебя убили. Ну, нет. Как всегда. Я хочу роль. Как обычно. А, роль хочешь? Нет. Хочешь. Вот фигушки, я сейчас только тебя. Ой, хорош, я уже в кучу зданий зашел. Реально везде можно заходить. Так, я здесь нет. Эй, пацаны, вы хорошо прям заныкались, прям отлично. Мне нравятся ваши нычки. Хорошие. Хорошая нычка в этих домиках, в которых нельзя заходить. Там есть ванны, а у ванных есть шторка. Ты думаешь? Да. Вот, ребята, я уверен, что здесь кто-то ныкается. Вот уверен, даже на 100% в этом. Ты где-то здесь. Дима, хорошо, ты говорил, можно хорошо. По всей карте прятаться. Да. О, суслик, привет. Гаси его. Кстати, да тут что? Реально вот шторки я вижу. И за шторкой можно было бы классно заныкаться. Да форум. Есть, нашли. Уже Санька ж нашли были, да? Или нет? Да, нашли. Да. Вы просто дуэль устроили. Форум есть. О, где он прятался? Ну, пацаны, где он был? Он за картой, так сказать. Он просто на дороге бегал. Пацаны, вы под водой искали? Я искал. Я тоже искал. Я еще раз пройдусь. А кто остался? FM Zoom и шоколадка Степа? Да. Ой, пацаны, кто-то из вас все-таки будет победителем и получит роль. А всех одновременно убьют. Ну, мы будем тогда учитывать, кто последний умер. Будем играть камень, ножницы, бумага. Эта битва будет вечной. Перестрелка на дробовиках. Ты думаешь, что это будет перестрелка вечная? Битва вечная будет? Да мы вас сейчас найдем, пацаны, давайте все свои силы кидаем на то, чтобы их найти. А можно нематроника поменять? Не, ну только с этого пилпака, других нельзя. Окей. Потому что мы хотели взять ребята с другого пилпака аниматроников, но там они убивают через стены, и это как бы нечестно. Мы же хотим по-честному играть. О, здорово, Санька. Привет. Блин, я задрался уже двери удалять, никого нету. Я устал, так сказать, где они сидят. Я тоже устал. Пацаны, не уставайте, надо их найти, мы обязаны. Не, ну где-то же сидят по-любому на крысу. И знаете, все в таком месте, где реально мы еще не искали. Ну да. А может на рельсах и с той стороны где-то, на краю карты где-то сидят? Я сейчас все рельсы проверяю. Давай, проверяй рельсы, а я буду проверять. Блин, мне кажется, что-то на том, что они на крыше сидят. На крышу нельзя попасть. Как это? Был режим полета включен, может они залетели. Так, я быстренько пролечу по крышам, чтобы было уже быстрее. Мы-то не можем телепортироваться. А хочется всех найти. Так, летим. Никого не наблюдим. Ладно. Блин, ну нет никого тоже на крышах. Так где они сидят? Может, они где-то в подвале сидят? А тут подвал же, да, вы говорили, есть? Ну я видел, как лестницу под землю долетала. Нужно окраине карты. Нет, нема здесь подвала. Есть подвал. Какой подвал? А где он? Во, я в подвале сейчас.
А что за подвал? Что за подвал? Подвал какой-то The Drone. Это получается какое-то кафе, ночной клуб. Я вам сейчас скажу, в каком это здании, пацаны. А, я кажется, понял. А, подожди, а как туда попасть? Туда, получается, попасть никак нельзя. А ну я попробую выйти. Вот я сейчас в этом здании, да? И как мне выйти отсюда? Отсюда никак не выйти, только залететь можно. А, не, есть, есть ступеньки, есть. Вот они, да, они скрытые. Пошли, Дим. Ты, нет, а, нет. Ты уже, а как ты туда зашел сюда? Тоже залетел? Нет, смотри, вот. А в каком здании? Можно пройти. Офигеть! Ну, значит, эту нычку никто и не нашел бы, да, я так понимаю? Да, не знаю, блин, прикольно было бы, если бы здесь реально кто-то запрятался. Тут подвал есть? Да, да вот да, мы ходим есть. По нему. Сюда. Блин, ну реально не можем никого найти, это сложно, пацаны. Это подох какой-то. Нема, их тут нету. Мы бы их нашли, но они, видимо, либо не в зданиях, либо просто... Стой, мне показалось, что кто-то там сидел, кто-то мне показалось. Ну, есть такой вариант. Блин, мне показалось, что там кто-то сидел, а там никто не сидел. Проглючило, надо будет на монтаже посмотреть. Вроде бы, да, это наверное глюки. Я просто хочу кого-то увидеть, поэтому показилось. Я только что вижу кого-то. Пацаны, ну давайте там по выстрелу сделайте по одному из пистолетов, чтобы хотя бы мы приблизительно знали. Так, все, тихо. Слышу, слышу. Я не слышу. Где-то в этой части карты. А за мусорку? Подожди, мусорку нельзя закинуть? Какой? Сообщите. А как сообщу? Где-то вот здесь вот. Тут есть здание такое, как бы морковного цвета. Мне кажется, что кто-то тут. Вот туда, где-то звук был отсюда. А, ну что, в школе, походу. Давайте. В школе? В какой школе? Ну, Дима сказал морковного цвета. Морковного цвета это только пожарной части и школа. Что за нычка была? Блин, можно было бы там спрятаться. Блин, ну пацаны, нет у вас? Может, еще постреляете чуть-чуть? Да, постреляйте. Ну блин, оно эхо такое, да? Непонятно, откуда звук идет. Особи, здорово. Так. Ну вообще хороши. Найдите шоколадку в конце концов. Ну хоть кого-нибудь найти надо. Ну, чего не знаю. Дайте подсказку. Не, ну постреляйте с СМГ, с СМГ. Я стрелял уже. А, там кто-то говорил про секретные места. Это шоколадка Степа. Шоколадку вот Степу не нашли. Слышал. Вот тут прям рядом где-то. Где слышал? Суслик-то где? Получается, вот завод, и я рядом с ним. Ты что, ребят, вот это прям, знаете, классные нычки, когда для того, чтобы найти, надо прям сильно-сильно постараться. Ну что-то наши старания не помогают нам найти их. Вот тут вот где-то было. А я не пойму, я один стреляю или это шоколадка? Ну да, я так понимаю, что тут крысятничает. Шоколадка Степа стреляет. Хотите, могу еще раз? Ну постреляйте. Ну вот стреляйте, прям слышу. Вот ну, это может, вот здесь вот, а ну-ка давайте удаляем. Может звук не приглушенный, а не на крышах реально? Хотя, Дим, ты... Не, я летал, нема никого на крышах, я бы увидел бы 100%. А давайте сузим круг. Подождите, я прям очень рядом слышал. Еще вот раз здесь... стрельните. Мне кажется, что в этом доме кто-то ныкается. Вообще не слышу выстрел. Выстрели еще раз. Кто-нибудь. Я выстрелил только что. Блин, ну нет, я всю хату обыскал. Нету никого. Ну пацаны, ну дайте еще сигнал. Все, да, еще один. Сейчас уже не слышу. Постреляйте с СМГ вы просто, постреляйте так очередь. Все, он пострелял. Не слышу. Давай еще раз. Еще стреляй. Там прям рядом. Вот где-то вот здесь. Я в этот дом только что обыскал весь. Да, Саня, где-то вот тут вот. Давай обыщем все дома, только внимательнее. Вот тут дома, по-любому в этом доме где-то сидит. Вот где заборы, здесь походу где-то. Только вот где? Есть у них просто мелкие скины, и тут есть мелкие пространства, в которые они могли бы залазить. Ты думаешь, карта может не... Нашел! Есть! Блин, он в доме сидел. Мне вот нравится в том, что шоколадка спрятался в том месте, где его не слышно. А ну, шоколадный Степа, постреляй. Подожди. Стреляй. Я не слышу. Я тоже. И я. Слышу. А ну еще. Вот. Я тоже слышу. Так, а где он? Я тут ходил, я не слышал выстрел.
Так. Я догадываюсь, где он может быть. Где? В этом доме, наверное, он заныкался, я так понимаю. А какой пилпак у вас? The Joy of Creation. Прям рядом-рядом слышал. Ну блин, а где он? Опять слышу. Во-во-во, да, слышу тоже выстрелы. Слышу. Кажется, знаю. А ну еще постреляй. На ногу ходи, ты 100% в этом доме. Да-да, тут. В каком? Вы слышите его, не? Я его слышал, но и... все. Ну пост... Тут. Слышал. Все, я понял. В этом? В желтом доме, ты вы думаете? Нет, я тут искал, его нету. Я стреляю. Так вроде под желтым домом и находится этот подвал. Не, мы тогда, может быть, его не слышали, не? Вот, слышу. Стреляю. Да блин, смотрите, стрелять где-то рядом, не можем найти. Вот теперь слышно. Он, ну... мне кажется, шоколадка Степа отчетерил. Стреляй. Шарами. Он где-то R2 шары в день. А, он все-таки в нычке был. И вы думаете? Где, Диман, где в морковном доме нычка была, он здесь. Пойдем. Точно, он тут! А где он? Где? Я покажите. Вот он, где-то. Я за креслом был. Вот он сидел. Ё-моё, боже, Дима, это покажи. Офигительная нычка. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.